Здравствуй, зритель снова. Так как молочка у меня нет, а кефир у меня не съелся, я подумала, что можно на завтра залить вот, да, это у меня маршмеллоу самопальное, но вышло само. Короче, чтобы мне, чтоб ты увидел это в четверг, а я в понедельник это поела перед тем, как поеду за молочкой, я решила насыпать хлопья оладь с тропическими фруктами от нового продукта, который можно найти на Лайтбрэд. И залить, насыпать их в тарелочку, и залить их козьим кефирчиком со всякими вкусными добавочками. Ну, тут, короче, этот жмых разных семян, масло, рах масла этого кедрового ореха, какая-то еще сладкая штучка, все такое растительное и полезное. Просто гранолу я кефиром уже заливала, а вот хлопья овсяные еще нет. Совершенно так на глаз насыпаю. Только сейчас заметила, что тут у оладь птичка нарисована с вишенкой. Ну или еще с какой-то ягодкой. Вот. Закрою, беру в холодильник, пусть до завтрашнего утра намокает. Может, даже это перемешать надо. И вилочка абсолютно чистая. Я ей тыкала вот это вот маршмеллоу самопальное. Хотя, когда я заливала кефиром гранолу, то я ее не мешала. Она сама как-то так пропиталась. Ну, помешала уже потом, когда стала кушать. Ну уж на всякий случай. Чтоб всем хватило кефира. На всякий случай скажу, тут жмых черного тмина. Кошка, уйди отсюда. Потом жмых смеси семян черного белого кунжута, льняного семени, семени подсолнечника и семени тыквы. Кстати, у меня есть зерна семян тыквы, я хочу потом сделать масло из них. Ну, как говорила, уже масло кедровых орехов, и немножко я добавила порошка тара, чисто вот для сладости. Вот что вот это такое, только что сама вышла и снова запрыгнула. Ну, и этой смесью я полила хлопья оладь. Вот, завтра с вами покушаю. Не прощаюсь. Привет, зрители. У меня тут очень ранний завтрак. Это та кашка, хлопья с фруктами, тропический олайт, который я залила тогда этим своим кефиром с кучей всего. У меня тут цикорий. Хлопья можно найти от 100 до 130 рублей на Вайтберс, артикул будет в инфобоксе. Цикорий, Бионова, кстати, и то, и это, и вот это все от нового продукта. Просто есть линия Бионова, есть линия Light. Это все можно найти на Вайбер. Цикорий с женьшенем, растворимый молотом. Я сегодня буду делать, и у меня там есть молочко. С балкона принесла. Большая упаковка, простоквашина, 3,2% жирности, около 110 рублей за вот чуть меньше, чем 1,5 литра. И вот это, кстати, можно сироп цикория найти на Вайтбрис в пределах 300 рублей, тут 230 миллилитров, не более 2 чайных ложек в день. У меня тут как бы есть блинчики, меня вчера угостили, я так понимаю, что они с творожком. Как-то у меня в деревне не были, я их чаем ела. Я сначала хотела с цикорием просто блинчики поесть, но вспомнила, что у меня есть еще и кашка. Прикольно вышло. Правда, у меня тут и кашки там много было. И кефира там где-то 2000 чашки. Поэтому оно прям практически все на кисель. Ну хорошо, размякло. Может, надо было побольше кефирчика. Но у меня кефирчика совсем мало. Наша встреча с Кузей и Малышкой все время переносится. В этот раз на среду. Сегодня у нас вторник, вчера был понедельник. Мне за 15 минут до моего выхода женщина позвонила, которой я покупаю малышку.
Люся сказала, что у них выдор завалило все снегом. Когда дорогу расчистят, непонятно, автобус там 10 часов, до автобуса где-то километра полтора-два пешком. Ей просто из дома не выйти было. Плюс для кучи все еще ледяной дождь пошел. Ну и мы решили это принести на среду. Мне там обещают аж козью сметанку. Я вымыла свою гору посуду. Перед этим я записала СМР тихим голосом. И я очень не хотела есть. Я даже подумала, что одной кашки или одних блинчиков мне будет мало. Думаю, что, наверное, фигурин насыпать. Еще мне угостили мороженкой, я хотела сначала съесть блинчики, а цикорий с мороженкой попить. Но если бы не кашка, которую с вечера засыпали. У меня там что-то типа между теперь и куча снега. На балконе сейчас уже не так холодно. У меня там в двух пакетах частично оттаял творог. Надо будет эти части оттаявшего вынуть. Я хочу с чесноком сделать творога. Кошка у меня шизеет с ночи. Разодрала в коридоре обои, пока я спала. Я конкретно не поняла, но на полу кусочки обоев валяются.
Так вот, вкусно. Вкусно с кефиром эти хлопья. Ну, в моем понятии это вкусно, чтобы они при этом постояли чуть меньше суток и размокли. Просто залить хлопья кефиром и сразу есть, для меня это жестко. Может, за счет жмыха семян разных, в том числе тмина, оно выглядит немножко как-то серовато, но вкусно. Мне сразу вспоминается овсяный кисель, который бабушка и дедушка очень любили, с подсолнечным маслом и со сметаной. У меня в детстве были проблемы с желудком, лет с 9. Мне врач говорил, что вот надо есть, ну, блюсти определенную диету, и, соответственно, надо есть вот этот овсяный кисель. У меня он так не шел, он такой кислый был. С пониманием моего вообще кисель, который вот пьют в чашечке сладенький, да, и вот это, я не сочеталась это. Как его делали, я тоже как-то не очень представляю. Хотя, мне кажется, через силу можно было его есть, допустим. Бабушке и дедушке очень нравился этот овсяный кисель. Хочу узнать у близкого родственника, едят они его или нет. Как бы они сказали, Бог пристанет, мало знает. Я думала, мне будет много. Я, наконец-то, очень хотела есть. Мне вот лень вставать. Я это уже уберу после того, как камеру выключу. А вот блинчики не знаю, съем ли я все. Причем, заметь, я сироп цикория еще не доливала. Я думала, что может его сюда полить. Но я не знаю, они сладенькие блинчики или как. Они сладенькие. Они не смесят с творогом. Возможно, что это эти ермолинские блинчики или какие там блинчики обычно делаются. Потому что те, кто меня угостили, они делают обычно блинчики с творогом немножко иной формы. Там где-то был платочек. Я его, походу, унесла в комнату по ошибке. А нет, он на другом конце стола. Ну ладно, у меня салфеточка есть. Нос согрелся. Лёдка сегодня обжора. Я еще хотела попробовать самопальный маршмеллоу с цикорием. Ну, может, какой-то другой день. Может быть, это потому, что последние пару дней я как-то усыпаю раньше времени, раньше ужина. И поэтому ужин у меня не случается. Я на завтрак довольно так много кушаю сегодня. Добавить сюда или не добавить? Добавить надо.
Конечно, с мокрой водкой туда лучше не сладко. Сухоричек. После вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Я думаю, может, правда мне поспать, потому что сейчас на 7 утра я встала где-то в 2 с чем-то. Пока то, пока все. Моя световая планета вчера пришла, но я уже это была не в состоянии куда-то ехать. Еще 120-граммовый баночек Кайлаша на Вайтберри заказала по скидке. Он тоже пришел, сегодня хочу забрать, съездить. Какой я. Потому что Озон с 9, а Вайтберри с 10. А сейчас только еще 7 утра. Вот что там. Надо бы достать. Мне явно физически было необходимо все это скушать. Ох. Горячевато. Хоть бы и разбавляла. На днях сварю супчик. Я запишу как раз этот сухой супчик от Бианова. Ну, концентрат суповый. Фух, наверное, я все, зритель. Я надеюсь, ты тоже поел, зарядил с положительной энергией, эмоциями и так далее. И пойдешь на свою работу, или еще куда-то там пойдешь, либо не пойдешь. Если хочешь поддержать канал, где-то будет справа-слева облачко. Поддержи Ольку, я тебе скажу спасибо. Ну и это как вот там. Пока!